Всем привет, с вами канал Мир Интернета. В данном видео я расскажу вам, как узнать настоящий ID профиля ВКонтакте, если это закрытый профиль, либо если вас заблокировали. Выполняем все действия в браузере Google Chrome. Правая кнопка мыши жмем «Заблокировать», затем «Посмотреть код». Идем на строчку выше, вот те самые цифры, которые нам нужны. Копируем и вставляем в адресную строку. Все сходится. Затем переходим в профиль, который нас заблокировал. То же самое. Заблокировать, правая кнопка мыши, посмотреть код. На строчке выше отображается ID профиля. Также вставляем в адресную строку. Все верно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.